Магазин «Яблочко» по улице Левченко, 3, имеет долгую историю. Еще в конце 19 века на этом месте был открыт первый магазин в нашем городе. Мы стоим сейчас в святом магазине на фундаменте магазина, который был построен в 1887 году. Бельгийские акционеры тогда русского провиданца, значит, и Никополя, в первую очередь они построили объекты социального значения. Это были столовые, кинотеатры, это были магазины, огромные лавки. Вот под нами находится фундамент, более 50 метров были кладовые 5-метровой высоты, значит, со сводами, в которой находилась охлаждаемая продукция. Это говорит о том, что всегда розница в городе Мариуполе, Ильичевская розница, сейчас, значит, розница нашего яблочка востребована. 10 лет назад, благодаря Владимиру Бойко и Юрию Тернавскому, здесь был открыт магазин «Наша марка». Сегодня в результате ребрендинга магазин стал частью новой сети «Яблочко». День, коли пробуджується все, душа, природа. Я хочу так само, щоб і наш бізнес пробудився, прокинувся, зробив ті дії, які треба для нас всіх, щоб ми жили щасливо, здорово і багато. Тільки жінки вміють все видержати. Все умеют правильно донести своим покупателям все то, что мы для них делаем, а мы делаем только для своих покупателей, для своих самых любимых мариупольцев. Международный женский день поздравить женский коллектив магазина пришел руководитель группы предприятий «Экэрич Продукт» и ОПТ Юрий Тернавский. Он отметил, что вся торговая сеть держится на женских плечах. Юрий Иванович очень внимательный человек, он всегда нас поздравляет. И сегодня, конечно же, мы принимали самые теплые поздравления и подарки от нашего руководителя. Постоянные покупатели также не остались в стороне и выразили свои пожелания сотрудницам любимого магазина. Здоровья, удачи, красоты и всего-всего хорошего. Главное, мира. Мира и благополучия. Главное, здоровья и успехов в торговле. К слову, в связи с весенними праздниками с 1 по 15 марта в магазине «Яблочко» действует акция на продукцию торговой марки «Азовпродукт». Конфеты в подарочных упаковках, кондитерские изделия, сыры, колбасы, праздничные женские напитки, чай и кофе известных торговых марок и многое другое.